Добрый вечер. Приглашаем вас на ответный кубковый матч. Перед гостями стоит непростая задача – выиграть этот поединок, причем с определенной разницей в счете. По силам ли им это? Очень надеюсь, что да. Действительно, задача очень тяжелая. Ну, давай пожелаем им просто удачи. Посмотрим, что из этого получится. Сегодня Манчестер Юнайтед встречается с Ньюкаслом. Манчестер идет вперед. Прекрасная передача. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играет. Манчестер Юнайтед будет подавать угловой. Душ-Сантуш Авейру. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Хорошая игра защитника. Чисто сыграно. Поль Погба. Мемфис Депай. Душ-Сантуш Авейру. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Продолжают владеть мячом очень долго. Пора бы уже как-то обострять. Надо постараться доставить мяч в штрафную. Ситуация к этому располагает. Мемфис Депай. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Плохо сыграно. Мяч потерян. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Душ-Сантуш Авейру. Вот это удар! Душ-Сантуш Авейру! Игра остановлена, будет угловой. Судья показывает, что мяч попал в руку. Удар от ворот. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Пока неплохо. На некоторое время обезопасил он свои ворота. Навес. Вратарь выходит, забирает мяч, но не забросит в свои ворота, а жаль, было бы весело. Матео Дармиан. Поль Погба. Душ-Сантуш Авейру. Манчестер в атаке. Решил пробить. В этой атаке оборону пройти не удалось. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Пьер-Эмерик Обамиян. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Хотят они довести мяч до верного, чтобы уж наверняка поразить цель. Они закрепились на чужой половине. Теперь надо грамотно ввести мяч в игру. Может получиться интересная атака. Защита надежно играет. Мяч отобран. Три четверти будет.
Команда возвращается на поле, чтобы продолжить борьбу за место в полуфинале Кубка Чемпионов. Обе команды немного осторожничали в первом тайме, но тем не менее показали хорошую игру. Будем надеяться, что во второй половине они полностью раскроют свой потенциал, ведь речь идет о выходе в полуфинал. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Манчестер Юнайтед будет вбрасывать из-за боковой. Матео Дармиан. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Все в рамках правил, можно играть. Это может быть опасно. Мяч остался. Манчестер Юнайтед нарушает правила, и это штрафной. Первое и последнее предупреждение получает игрок. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. На поле готовится выйти свежий игрок, замена в команде хозяев. Сейчас арбитр игру остановит, и кто-то отправится на скамейку. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Душ Сантуш Авейру. Выбили у него мяч. Кому он достанется? И это шанс забить! С углового мяч будет введен в игру. Голкипер отбивает мяч. Классный отбор, можно играть. Поль Погба. Будет замена в домашней команде. Готов игрок к выходу на поле. И это, возможно, как-то взбодрит игру. Есть хороший адрес для передачи. Какой момент! Нужно бить! Вот как надо играть в защите. Двадцать минут до конца основного времени матча. Отлично сыграно, надо решать. Часами тренировок наигрывается такая игра в пас. Блестяще. Да, передач, конечно, много, вот только толку от них мало. Одна неточность, и вся эта атака загублена. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Очень неточно. Даже заострить внимание не хочется. Абамиян. Кейн. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Еще достаточно игрового времени. 10 минут. Манчестер Юнайтед исполнит штрафной. Это горчишник, вполне справедливый. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Ну-ка, давайте, еще целых 5 минут есть, поиграем. Надежно играет защитник, атака прервана. Old Trafford, give a round of applause for today's man of the match. Number 6, Paul Pogba. Две минуты добавляют сюда. Может получиться интересная атака.